В соборе Богоявления идет молебен. Среди прихожан суровые мужчины в кожаных куртках. В их числе Андрей Кочинов, руководитель Сибирского клуба мотоциклистов имени Дмитрия Донского, а также автор и руководитель всероссийской демографической программы «Святость материнства». Свои 48 пример для подражания воспитывает 5 детей. В Иркутск красноярец вместе с единомышленниками прибыл на железном коне в ходе православного мотопробега «Отцы России за многодетную семью». Мы много общаемся с народом в воинских частях, в кадетских корпусах, в тюрьмах, и находим живой отклик со стороны мужчин, потому что Богом мужчине заложены эти качества. В Иркутске мотоциклистам передали флаг с символикой при ангаре. Остановка здесь не случайно. В регионе проживает 23 тысячи детей-сирот. Преимущественно они воспитываются в женском коллективе. Сейчас очень сложно формировать чувство ответственности, а это необходимо. Потому что сегодняшний подросток, сегодняшний молодой человек – это будущий отец семейства, который будет нести ответственность не только за семью, но и за государство. Из Владивостока в Москву в каждом городе участники мотопробега ведут мужской разговор с будущими главами семейств. Итог акции – вести Всероссийский день отца. Акция продлится 2 месяца. За это время байкеры побывают в 25 городах России. О том, насколько в семье важна роль отца, по всей стране должны узнать 25 тысяч человек. В Иркутске мотоциклисты отправились в военный городок микрорайона «Зеленый». А следующий город, который примет участников акции, будет Красноярск. В Москву, конечную точку мотопробега, байкеры планируют приехать в начале сентября. Екатерина Бурван, Николай Крупченко. Новости сейчас.